Вот представьте себе цепкого, крупного защитника. И он олицетворял собой Автодор в матчах против ЦСКА, когда был игроком еще в 90-е. Готов обороняться. Да, Уильямс играет в защите. Григорн, отличная скидка. Какая скидка, какая передача. Настоящий подарок для Антона Квитковских. Больше 50% попаданий из-за дуги действительно являются такими главными. Гордон, третий трехочковый и точный. Замечание у него. Ну, остальных игроков не больше двух. Вот хоть Гордон стал тяжеловат, как ты сказал, но сегодня он показывает, что он в полном порядке, проводит свою лучшую. Которого не надо просить взять инициативу на себя. Получил неудобную передачу из угла. Постоянно Алвинс говорит, меня подталкивает этот парень, Дрю Гордон. Возможно, возможность ответить. Нейт Мейсон. Три очка нужны Автодору. Мейсон ищет. Дрю Гордон, да ну! Это история! Фантастика какая-то, он сам не верит. Посмотрите на него, он не верит, что сейчас он... Перченая, что так просто не подашь. Ух, невероятно. Да, сейчас мы все вместе передохнем буквально несколько секунд. И мы сразу же переключимся в дворец спорта Саратова. Это матч, учитывая трехочковый от Дрю Гордона в концовке. Дрю Гордон снова идет под кольцо. Вот он главный герой.